Всем привет! Суббота, день Бука. И сегодня матч РПЛ «Зенит» играет. На «Зенит» я уже дал прогноз, ищите ролик на моем канале. Сейчас дам прогноз на матч лидера чемпионата с «Рубином». Краснодар играет на выезде в Казани с «Рубином». И что от этого матча ждать? Чего от этого матча ждать? Победы Краснодара, конечно. Я думаю, все думают об этом, что Краснодар выиграет у Рубина. Вообще, в каком состоянии команды? Ну, Краснодар, вы знаете, играет сейчас в антифутбол на фарте, на хорошей игре Сафонова. Вот, Краснодар же перестроился, нет такого, как у них раньше, бей-беги. Пропускают очень мало, по-моему, 2 мяча за 9 туров они пропустили. Вот, но и забивают очень мало. Причем у Краснодара 2 ничьи были с какими-то однорями, я уже и не помню. Вот. Краснодар сейчас играет такой суходрочильный антифутбол. Забьют один гол и хорошо. Вот так они играют. И набирают очки в каждом матче. В прошлом матче выиграли 2-0. У Спартака, кстати, выиграли дома 2-0. Вот сейчас им предстоит вираж, или не вираж, а выезд в Казань. Играть с мертвейшим Рубином. Потому что пока Рубин мертв. Вот. И я не вижу здесь никакого другого результата, как победа Краснодара. Потому что, на мой взгляд, Рубин разобранный. И более классная команда должна у них выигрывать. И мой прогноз на этот матч, он очень простой. Победа Краснодара с нулевой форой. Коэффициент 1.6. Ставку и прогноз я сделал в букмекерской конторе Пари. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к этому ролику. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и получайте фрибет 1000 рублей. В общем-то, ребят, я считаю это безболезненно. То есть я считаю, что Краснодар не проиграет в Казани. Да, максимум там Рубин, максимум, там если какое-то чудо случится, Рубин ничью возьмет. А так я думаю, там Краснодар выиграет. Поэтому коэффициент 1.6 наиболее оптимальный, безопасный вариант на этот матч. Вот, можно взять более усиленный коэффициент, это просто победа Краснодара за коэффициент 2.2. Но я больше люблю безопасность, и коэффициент 1.6 меня устраивает. Так что победа Краснодара с нулевой форой. Смотрим матч, болеем за «Зенит», не за «Краснодар». И думаю, этот ставка и прогнозик зайдет. Всем пока.